Чем больше ты ешь, тем быстрее ты умрешь. Я нашел удивительный факт, который говорит, что чем калорийнее рацион питания, тем больше метаболическая нагрузка, тем больше повреждаются клетки и тем быстрее они заменяются. Ты ничего не понял, да? Я объясню все проще. Взяли несколько групп мышей. В эксперименте уменьшение калорийности питания на 60% повысилась среднюю продолжительность жизни мышей на 50%. Смысл в том, что чем больше ты ешь, тем больше накапливаются поврежденные клетки, и тем быстрее они должны заменяться. Например, за 10 секунд у тебя умирает 100 тысяч клеток и возрождаются вновь путем деления, а переедание убивает больше клеток, больше чем 100 тысяч, и уменьшает срок твоей жизни. Поэтому ешь меньше и проживешь подольше. Вообще лучше в минус есть. Вообще ничего не есть, еще и вырабатывать еду.